С инициативой провести мемориальную акцию выступил Григорий Томилин. Он сейчас живет в Петербурге, но не теряет связи с севером. Молодой парень предложил установить таблички со стихами Николая Колычева в тех местах, которым посвящены поэтические строки. Например, высечь стихотворение «Над заливом ветер» на камне, где-нибудь неподалеку от Кандалакшского залива. Кампанию по установке табличек Григорий Томилин готов начать в самое ближайшее время. Сейчас молодой человек ведет переговоры с художниками, которые смогут их изготовить. Попутно решает вопрос о размещении таких своеобразных арт-объектов. Будет хорошо, если кандалакшане активно подключатся к процессу. Приглашаем всех к обсуждению идеи и ждем ваших предложений, где и в каких уголках Кандалакши и района лучше и уместнее всего разместить таблички со стихами нашего поэта. Свои пожелания вы можете оставлять в официальной группе «Кандалакша Пульс города» ВКонтакте или обратившись напрямую в редакцию нашей программы.